Всем привет, с вами Эдуки, и сегодня мы поиграем в Geometry Dash Live. Все, ребят, мы думаем, что можем начать. Один раз поиграл. Ну, давайте самый первый. Ребят, мы попробуем, я не знаю. Ну, просто я смотрел ютуберов, да, где снимали эту игру. Ну, мне очень понравилось, да. Ютуберы смотрел, да. Ну, я думаю, ну, тоже поиграю. Очень понравилось. Немножко научился играть. И думаю, что поснимать. Так вот. Ребят, сложно будет начать. Я не виноват. Окей, ребят, тут реклама. Я думаю, что ясно. Давайте. Ну... А что это за режим какой-то? Попробуем самый сложный. Ну вот этот, я думаю, сложный. Ну окей. Ребят, я профессионал, я все знаю. Так, пак. Окей, пак. Окей. Ой! Окей, ребят, думаю, выходим, это слишком сложно. Давайте, ребят, я еще и буду учиться каждый день, то нормально. Ну вот этот, типа, нормально лицо. Я первый раз этот вообще пробую. Окей, понял. Ага. Ребят, не судите строго. Ай-яй-яй, как больно в ноге. Ребят, простите за рекламу. Давай попробуем мод третий, да? Мод третий я уже должен пройти. Мод третий это уже мой. Это уже, ребят, мой. Но я не могу первого. Ребят, не судите строго. Ребят, реально судите строго. Я не умею играть. Я буду каждый день тренироваться. Да почему? Там еще, ребят, легче. Во, второй. А, это пи. Ну давай, ребят, первый просто. Ща изи пойду, ребят. Так. Давай, ребят, по голосу будем. Раз. Окей. И по голосу сейчас будем по-другому, ребят, пытаться выиграть. Ребят, я имба.
Если вы умеете играть, подучите меня, пожалуйста. Вот этот мой самый... сложный. Блять, я имба. Нет, 51%, ребят. Уже половину прошли, давай. Просто, да. Я смотрел ютубера. Неллис называется, да. И он первое его видео по... Ну, типа, он только снимает по геометрии Dash, да. Его первое видео, да. И как он играл, он 100 раз лучше, чем я сейчас играю. Ну, я уже учился... Учился. Это, ребят, такая классная игруха. Я вам бы посоветовал поиграть. Ну, всё, ребят, новый рекорд. It's party time. Great shadow. Ой, ребят, не судите меня, пожалуйста. Так, всё, ребят. Все, ребят, будет без рекламы, наконец-то. Ну, что, ребят, хазаются. Попробую сейчас так. Да, да, немножко умер, но нормально. Забыл, ребят. Все, ребят, вы думаете, что я не умею играть, ребят, я профессионал. Вот, есть вот рил, я рил вас обманывал. Я рил. Не, вот сейчас все. И со всех сил играю. Блин, 3-5 я про. Залагала, ребят, я с лагами играю. Ай, все, ребят, включаю киберспортсмен. Так. Тихо, ребят. Давайте. Да, ребят, это вы виноваты. Да. Почему вы, я не знаю. Ребят, это вы виноваты. Да мне лагают из-за вас. Да, все, последний раз. И погнали в другую карту. Так, ребят, тихо. Это вы виноваты. Тебя. Нет, да почему у меня... Сколько у меня FPS? У меня один, ребят, FPS, она... У меня такой комп, ребят, стерильный. У меня на Майнкрафте один FPS. Да всё, ребят, что-то не получается. Давай джампер, это мне нравится. Мне просто название нравится. Я думаю, что мне пойдет. Все. Это вы виноват. Ребят, попробуйте тоже, окей? Ну, да будьте мне прыгать. Вы виноваты. Да,
Спасибо, спасибо, спасибо. Я почему? Да всё, не хочу я больше. Окей, ребят, не надо всем перепробовать. Это 10 монет. А как их? Ребят, я понял, как их получить. Всё, сейчас, ребят. Идёт киберкотлета. Ребят, идёт киберкотлета. Смотрите, что не упадите. Где вы от нее? Сейчас, ребят. Все, ребят, продолжаем. Ничего не было. Ребята, опять реклама вытрали. А твой, ребят, виноват. Это чё, ребят? Я не умею играть. Я. Да. Ребят, я не виноват, что я не умею играть. У меня слабый компьютер. Валим на велике. Ребята, ссылка в описании будет мой Discord сервер. Заходите на него. Можем снять какой-то ролик, но точно не по Geometry Reader. А лучшие. Вот это я так себя морально по... Держу. Ребят, как пройти 3? Ребят, я не знаю. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 100. Давай вот это поиграем еще чуть-чуть. И думаю, что надо будет прощаться. И У А Б С Д Э Ф. Все, хватит. Следующий, ребят. Опять. Ребят. Все, ребят. Думаю, мы будем прощаться. Надеюсь, что вам понравился ролик. Посмотрите «Смертельный забег» и Fortnite. Ну и, конечно, Бравхала. Да, ребят. Ну, это еще вы посмотрите. Ну, ребят, я уже думаю, что буду прощаться. Ой. Так вот, ребят. Чао. Ну все, ребят, всем удачи и пока-пока.